Здравствуйте всех, друзья! Сегодня мы находимся в Причанах, село. И мы закончили вот этот объект. Два этажа по 120 квадратов. Две точки всего. И 10,5 метров уборочный шланг. Пневмовыхлоп у нас на фасаде дома через гараж. Силовой агрегат-пылесос будет находиться непосредственно в гараже. На стенке. Всас идет сверху, выхлоп справа возле окна. Трасса тянется по балке. Дом перед нами предстал вот в таком состоянии. Теплые полы уже лежали. Соответственно, сделали только две точки. На втором этаже вообще стяжка не планируется. Порядка 2-3 сантиметров сам выравниваешься пол. Поэтому получилось только две точки.